пока ПВМБ. Так, прикат, прикат, прикат. Ну, поскольку я как бы играл Dark Souls, поэтому для меня это не составляет особенно проблем. Мне главное было узнать, в какую сторону только ударить. Так что это женя так. Левый бампер, а та женя так. Я понял. Ух ты! Ёб твою мать! Так дело не пойдет. Так, я не понял, я его отразил. А, ну, он, в принципе, да, ставит отражение блока. Не очень, не совсем удобно, как бы. Я потом перенастрою. Так, у меня, похоже, не осталось, да, чем лечиться. Так, с лекарством, да, не осталось, отлично. 7 гигабайт памяти игрушечка живет. Ну, в общем-то, вывели боевочку. Процессор разогрелся до 70 градусов. Что еще нам показывает Overlay? Ну, все, что нужно, нам показывает, соответственно. Так, если выполнить захват цели, и все время держать врага под собой, он будет куда пущаться кровать. Значит, правый этот. Ну, давайте посмотрим, как у нас. Ага, вот так захват цели у нас. Вот. Посмотрим, как прикатики будут работать. Ну-ка. Ага, вот так. Так, ну-ка, посмотрим. Ну, все пока достаточно сложно. Что я могу сказать? Во-первых, непривычное управление. Мне еще пока не ясно, чем лечиться. Уда! Уда! Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нет. Так, теперь ты, давай, иди сюда. Иди сюда. Ага, он уже почти труп. Значит, мне нужно его как-то в первую очередь. Так, теперь ты. Вот так вот выглядит смерть по-китайски. Вот такая вот иероглиф. Игрушка класс. Все, я буду в нее гонять. Всем спасибо за просмотр теста. Все, всем пока.